Движения четкие, скупые и отточенные. При тушении настоящего неусловного пожара на счету каждая секунда. Специализированной пожарной части Владивостока об этом вот уже 29 лет. Не забывают ни на минуту. Эти спасатели – уникальные специалисты. Специализированная пожарно-спасательная часть – единственное подразделение, способное в кратчайшие сроки выдвинуться в любую точку края и оказать помощь населению. С года в год, проходя, можно сказать, огонь и воду, ребята оттачивают свое мастерство, становятся друг другу ближе, чувствуют друг друга, можно сказать, плечами. Вот, неоднократно друг другу помогают. И подготовка, которая идет у нас изо дня в день, она и выливается в спасенные жизни, сохраненное имущество. Подготовка пожарной части имеет свою собственную программу. Спасатели ежедневно проводят практические занятия, включающие сборы в составе аэромобильных группировок, отработку моментов спасения на воде, в зонах, где произошел выброс опасных химических веществ. Кроме пены на вооружении, у пожарных сегодня масса современных средств не только для тушения и обнаружения, но даже для предотвращения любого возгорания. Бороться с огнем современные спасатели могут даже в непригодной для человека среде. Здесь на помощь человеку приходит техника. Для этого на вооружении части есть роботизированная мобильная установка пожаротушения. Для проведения разведки в труднодоступных зонах спасатели используют беспилотную авиацию. Спектр задач, которые могут выполнить сотрудники специализированной пожарной части, огромен. Поэтому почетные награды на празднике в честь дня рождения части получил практически каждый сотрудник личного состава. Со словами поздравления к действующим спасателям обратились ветераны пожарной части, которые стояли у истоков ее создания. Своим молодым товарищам они пожелали главного для пожарных, чтобы рукава приходилось разворачивать как можно реже. Светлана Садовая, новости на Восьмом.